Первая в истории командой уладальником переходящих и Кубка Федерации биатлона Беларуси стала сборная стреляющих лыжников Витебской области. Это новое республиканское споборництво сярод белорусских юнаков и девчат. Урочистый трофей наши земляки завоевали подчас гранд-финалу, який проходил у республиканском центре олимпийской подрыхтовки Раубичи. Тему протягне Сергей Мисурагин. Финальный этап Кубка Белорусской Федерации биатлона собрал у Раубишах лепших представников команд у всех регионов Украины, города Минска и экспериментальную группу выхованцев Новополоцкого державного училища Олимпийского резерва. Дальше первые три этапы прошли именно у Новополоцком биатлонном центре. И на початку лидерства спортсменов Павношного региона было не таким видовочным. Наши земляки после первого этапа ушли другими. И только потом начался методичный уздым на пьедестал. Убачить гранд-финал с поборницей у Раубишах собралось больше за 2000 болельщиков, которые активно поддерживали своих земляков. Очень классная атмосфера, все круто. Даже несмотря на погоду, все равно хорошее настроение. Всегда побеждает белорусский биатлон. Неважно, какая область победит. Юные спортсмены выступали у колеровых шапочках, которые символизовали принадлежность до команды. Биатлонистам Витебской области достался зеленый колер, новополочанам белый. Наши земляшки пошли еще далее. Их щеки упригожили червоные сердцейки. Это как бы нас случает еще больше как бы в одну команду. Может, придает уверенность, как талисман. У споборництвах выступали 150 биатлонистов, которые выиграли свои областные турниры. Лепших вызначали у четырех возрастовых группах. Молодь змагалась за медали как у особистом, так и командным залику. Спрыжка шла у гонках с массовым стартом, спринте и смешанных эстафеток. У вынику бескомпромиссной борьбы переходящий кубок Белорусской Федерации биатлона завоевали стреляющие лыжники Павношного региона. Это дает детям чаще стартовать и добиваться уже потом более высоких результатов. И я надеюсь, что вот с этих ребят молодых, которые показали хорошие результаты, через 4 года кто-то уже может и появиться на Олимпиаде, а кто-то может и медаль завоевать. На Витебщине кубок будет раховываться до наступного турниру. А кроме того, лепшие биатлонисты со старейшей группы пополнят юниорскую сборную и отправятся уже простый день на юниорский чемпионат света у Эстонию. Сергей Мисурагин, новини, Раубичи, Минская область.